Новости на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте. Сегодня в эфире сыны Западной Армении Валерий Балаян. Вопросы армян в Западной Армении. Соединенное Королевство призывает воздержаться от политизации поддержки Международного комитета Красного Креста. Новый код Татевского монастыря, который нужно читать справа налево с помощью зеркала. Керамическое искусство армян Иерусалима вернется в Армению. Открытый турнир по самбо в Степанакерте. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Сыны Западной Армении Валерий Балаян. Валерий Балаян родился 19 декабря 1956 года в Степанакерте. С 1964 по 1974 год учился в третьей средней школе Степанакерта. С 1974 по 1979 год учился на отделении вычислительной техники факультета кибернетики Ереванского политехнического института, получив специальность инженера-системотехника. С 1980 по 1990 года инженер-измеритель технического управления связи Степанакерта, инженер технического контроля конденсаторного завода, старший мастер цеха, инженер-диспетчер комбината строительных материалов, инженер-энергетик управления водного хозяйства. Активно участвовал в Арцахском национально-освободительном движении. С 1989 по 1990 года участвовал в работе благотворительного союза «Амарас». В 1990 году осуществлял подпольную деятельность в вооруженной борьбе Арцахского освободительного движения. Начальник разведки Центрального штаба, также член Координационного совета при штабе. В том же году принят в ряды Хаиде, назначен ответственным за боевые действия, организовывая и координируя деятельность вооруженных отрядов по всей территории Нагорного Карабаха. Член Совета самообороны Бертадзора. 28 декабря 1991 года избирательном округе номер 12 Степанакерта избран депутатом первого созыва Верховного Совета НКР. Председатель постоянной комиссии по обороне и безопасности. С 1992 по 1995 год член Государственного комитета обороны. С 1997 по 2000 год директор электросети Степанакерта. С 2000 по 2006 год занимался частным бизнесом в сфере информационных технологий. С 2007 по 2009 год руководитель управления инфраструктур при правительстве НКР. С 2009 по 2012 год руководил Арцахэнерго. С 2012 по 2013 год советник премьер-министра НКР. С 2013 года директор Медтакс-комбинат, беспартийный, женат, имеет 4 детей. Вопросы армян Западной Армении. Те, кто бывал в Матандаране и рассматривал страницы рукописных книг, несомненно, были поражены красотой миниатюр. Красный Вортан-Кармир придает неповторимость этим уникальным произведениям искусства. Смотря на миниатюры, создается впечатление, что их нарисовали только что. Цвета яркие и привлекательные. В этом феномен Вортан-Кармир, араратская кашинель, никогда не стареющего и не способна потерять свою красоту. 12-миллиметровые черви с древних времен принесли Армении неизвестную многим славу. Некогда Вортан-Кармир, ставший брендом Армении, сейчас, к сожалению, находится под угрозой уничтожения. Конечно, многие слышали о чудодейственном красителе, против которого бессильно время, но что мы знаем о нем? Когда его начали использовать армяне, что сохранилось на страницах истории Вортан-Кармир, почему были забыты некогда магические традиции окрашивания и что мы делаем для защиты Вортан-Кармир? В мире существует всего три вида этих насекомых – армянский, мексиканский и польский, которые широко распространены в Западной и Восточной Европе. Армянский кашинель, занесенный в Красную книгу Армении, или, как его многие называли, араратский кашинель, представляет собой мелкое насекомое, размножающееся на территории Араратской долины. Считается эндемичным видом для этого региона. Питаются только двумя видами растений – это полынь и тростник. На всех стадиях развития черви имеют красный цвет, что обусловлен наличием в организме кармина. С сентября по март араратская кашинель находится в почве. Зимуют они около 7 месяцев. Араратская кашинель дает только одно поколение в год. Так, после долгой спячки под землей весной из яиц вылупляются удлиненные гусеницы. Окончательное их формирование происходит только в начале сентября. Именно тогда происходит их размножение. Кстати, самцы после спаривания погибают. Самки снова уходят под землю, откладывая яйца. Именно в этот период следует собирать самок червей, чтобы получить знаменитую красную краску Вортан-Кармир. С 1 гектара можно собрать до 100 кг червей. Для получения 1 грамма кармир вортана необходимо от 150 до 175 красных червей.
Как передает Армемпресс, посольство Великобритании в Армении распространило заявление о деятельности Международного комитета Красного Креста на Южном Кавказе. Международный комитет Красного Креста годами проводит чрезвычайно важную работу на Южном Кавказе, в том числе на дороге в Бердзор, где своей деятельностью поддерживает местное население с целью иметь доступ к основным товарам и услугам, включая жизненно важные лекарства и медицинские услуги. Правительство Соединенного Королевства решительно поддерживает деятельность, текущую работу Международного комитета Красного Креста. Соединенное Королевство призывает все стороны воздержаться от политизации гуманитарной помощи, говорится в заявлении. Правительство Западной Армении приветствует заявление посольства Соединенного Королевства в Восточной Армении. Данным заявлением международные структуры еще раз подчеркивают антиармянскую, игнорирующую международные нормы политику бакинских властей. Красный Крест осуществляет гуманитарную деятельность в зоне боевых действий. Мы неоднократно осуждали и осуждаем политику Баку по уничтожению армян, напоминая, ничто не останется безнаказанным. Час возмездия не за горами. ЕСПЧ уже принял производство и жалобы в заявление вынужденных переселенцев из Шуши. Уполномочил президента Республики Западной Армении Армена Кабрамяна представлять, защищать их интересы в ЕСПЧ. Опубликована статья литографа, кандидата исторических наук Арсена Арутюняна «Новоявленный код Татевского монастыря», где представлена новоявленная надпись Татевского монастыря, содержание которой до сих пор остается неразборчивой. На южной внешней стене главной Татевской церкви Супоос Петрос сохранилась зашифрованная надпись. Некоторые специалисты пытались расшифровать содержание надписи, однако работа была выполнена частично и неполноценно. Чтению препятствовал ряд обстоятельств, такие как высокая местность, влажность и форма письма. При помощи качественных фотографий литографу Арсену Арутюняну удалось расшифровать надпись, из чего стало очевидно, что она написана справа налево, то есть зеркальным письмом. Надпись из трех строк свидетельствует, что она была посвящена трем духовным отцам-епископам – Тер Антону, Тер Степаносу и отцу Киракосу. Кроме надписи, здесь были зачитаны имена Каличан и Терин. Также дата надписи – 1537. По мнению автора, упомянутые в литографии духовные отцы являются посетителями-дарителями, отправившиеся на обед в Татевский монастырь, сделав определенные пожертвования, за которые удостоились упоминания на стенах церкви. Текст, по-видимому, был закодирован по желанию дарителей, желающих остаться в тайне. Как отмечает автор, криптография имеет глубокие корни как в армянском, так и в мировом письменно-культурном наследии. В основе данного явления, известного под международным названием криптография, лежит сохранение в тайне различных реалий и имен, страховка от варварства невежественных людей и их передача поколениям. Армянская криптография, как отдельная наука, еще в 19-20 веках удостоилась внимания армянских и иностранных исследователей. В случае перевернутой криптографии буквы изображаются перевернутыми в основном зеркальным образом, в результате чего чтение стало справа налево. Исследования Ачаряна и Абрамяна отмечают, что расшифровать подобную криптографию можно очень просто. В первую очередь с помощью зеркального отражения или скопировав письмо на прозрачную бумагу, держа его под светом. В армянских литографиях также известны другие примеры шифровки. Подобные надписи были обнаружены в селе Куртан-Лорийской области, монастыре Танаат, Севанаванки, селе Лич Яркуникской области. После столетней художественной революции на Ближнем Востоке знаменитого керамического искусства армян Иерусалима вскоре может быть впервые произведено в Армении. Армяне, пережившие турецкую резню, в 1922 году основали в Иерусалиме две отдельные мастерские, специализирующиеся на плитке и керамике. Постепенно развив свой собственный художественный стиль, свободный от ограничений, с которыми сталкивались под османским правлением, слава армянских художников распространилась за пределами Иерусалима. Сегодня уникальные работы мастерских преподносится в подарок королевским семьям, высокопоставленным делегациям и президентам, также экспортируется по всему миру. В 1992 году Смитсоновский музей Вашингтона организовал специальную выставку «Армянская керамика из Иерусалима». Несколько всемирно известных музеев, в том числе в Британском музее Виктории и Альберта, также имеются образцы армянской керамики Иерусалима. Данный вид искусства стал символом Иерусалима, сообщил радиостанции «Свободная Европа. Свобода» Сетрат Балян на принадлежащем семье заводе «Балян Армения Керамик оф Иерусалим», который основал его прадед после совершенного геноцида против армян. Завод Балянов – одно из старейших постоянно действующих предприятий Иерусалима. Сине-белая плитка, сделанная в Иерусалиме, как правило, очень часто украшает роскошные бассейны Калифорния. Семья Балянов станет первой из иерусалимских армянских гончарных мастерских, которые вернутся в Армению. Балян конкретно сроков не указывает. На данном этапе семья на стадии организации фабрики, музея и кафе.
Открытый турнир по самбо в Степанакерте. Как сообщает корреспондент Арцах Пресс, чемпионат был организован Федерацией самбо Арцаха. В беседе арбитр международной категории, заслуженный тренер по самбо Азат Андриан сообщил, в открытом чемпионате приняли участие больше 150 спортсменов в 17 различных весовых категориях из Степанакерта и Мартунинского района. Спортсмены приняли участие в чемпионате на высоком уровне. Из-за блокады мы не смогли участвовать в чемпионате Азии, решив организовать чемпионат у нас. Начиная с 1997 года наши спортсмены всегда участвовали в чемпионате Европы мира, отметил Андуян. Победители открытого чемпионата были награждены почетными грамотами, дипломами и денежным вознаграждением. На спортивном мероприятии присутствовал министр внутренних дел Республики Арцах Карен Сарксян. Федерация самбо вручила Сарксяну благодарственную грамоту за содействие развитию самбо в Арцахе. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны. Информирует о политических, общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами. Также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что Western Armenia TV не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила. И в завершение новостей послушаем музыкальное произведение. Վեստերներին ունես հազարշեն, արձիվների բույնես չկնավ գետաշեն, բարբարոս ծեղերին անդատար սանձող, դու կաջերի օրլան իմ կաչ գետաշեն, բարբարոս ծեղերին անդատար սանձող, դու կաջերի օրլան իմ կաչ գետաշեն. Չորս կողմդ անդունդ է ճամպ է կտպագված, երկնքում սեղում ու թանվեր կուտագված. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!